Но Экспо в Астане стало мощным толчком в укреплении партнерских отношений Казахстана и Польши. В дни проведения выставки бизнесмены обеих стран провели важные переговоры и подписали выгодные контракты. Об этом рассказал Лукаш Холубовский, заместитель председателя Польского национального центра поддержки сельского хозяйства. Вспоминая о своей поездке в Казахстан, делегат из Польши отметил высокий уровень организации Экспо и с большим восторгом отзывался о нашей столице Астане. Мне очень понравился Казахстан и особенно столица. Для меня Астана — это новый Дубай. Это очень современный город, где живут очень доброжелательные люди. Павильон Казахстана — главное здание в виде сферы. К слову, самое большое в мире. Производит огромное впечатление. Я хочу отметить, Экспо дало старт многим совместным проектам. Наши предприниматели заинтересованы работать и далее с Казахстаном, чтобы инвестировать в переработку, молочное и мясное производство. К тому же, Польский аграрный университет, а также Институт садоводства Польши подписали соглашение с казахстанской стороной, в рамках которого будут готовить кадры и работать над совместными проектами. Хочу отметить, сельское хозяйство в Польше является передовым во всем Европейском Союзе. Мы внедряем роботов, а также другие технологии, связанные с дронами и спутниками. У нас в этой области есть большой опыт, которым мы хотели бы поделиться.